Узнать о том, сколько за вами числится имущество и сколько за него нужно заплатить, теперь можно через интернет. На сайте налоговой службы открылся личный кабинет налогоплательщика. Он позволяет проследить, в каком состоянии находятся ваши платежи. Жителям, имеющим компьютер, станет легче общаться с налоговой. С октября на сайте инспекции появилось новшество – личный кабинет налогоплательщика. Возможности очень широкие. Можно узнать о своих начислениях, об объектах, по которым налог исчислен. Имеется ли задолженность? Если вы оплатили, вы можете увидеть, прошла ли ваша оплата. Можно получать налоговые уведомления через данный сервис, распечатать их. И по платежкам, по квитанциям, которые прикладываются к уведомлению, оплатить. Сервис работает чуть больше 3 недель. Статистика использования пока меньше 1000 человек. Чтобы воспользоваться услугой, любой желающий может подать заявку на регистрацию через интернет, либо непосредственно через налоговую службу. Потребуется лишь ИНН и паспорт, но прийти в инспекцию все равно придется. Временный пароль выдают на бумажном носителе. А вот старшее поколение пока скептически относится к нововведению. У молодого поколения, конечно, это удобная система, что там электронные билеты покупают, кто налог оплачивает через интернет. А так для тех людей, которые как бы не очень с компьютером дела имеют, для них, конечно, затрудняется. Вот. Но с другой стороны, рано или поздно все равно придется всем научиться. В перспективе личный кабинет позволит не только сократить очереди к налоговым инспекторам, но и значительно упростит процесс заполнения документов. А налогоплательщики перестанут пугаться непонятных цифр и аббревиатур, работая с шаблонами на сайте службы. Олег Савин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.